Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать об очень бюджетном балансире от компании Aqua. Моделька называется Шпрот 7. Несмотря на свой бюджет, балансиры у компании Aqua, на мой взгляд, довольно-таки качественные. Поставляется балансир в такой вот упаковке. На обратной стороне упаковки имеется информация о данной приманочке. Длина составляет 7,6 мм, вес 20 грамм. Заявленная глубина рабочая от 0,5 до 8 метров. Цвет 0,15. Здесь установлены крючки от японской компании Ultra C. В данном случае тройник имеет 10 размер. Сам балансирчик выглядит таким вот образом. Балансир имеет довольно-таки прогонистое тело. Посередине приманочка имеет самое такое явное утолщение, скажем так, если смотреть сверху либо снизу на приманочку. Если смотреть сбоку, то балансир примерно по всей длине имеет одинаковую высоту. У балансирчика имеется на спинной части имитация плавника. Под хвостовым оперением тоже имеется имитация плавничка. Но она служит больше здесь, я думаю, для стабилизации, конечно же, игры. Здесь установлен специально разработанный компанией Aqua хвостовой стабилизатор. Причем, кстати, из довольно-таки толстого материала. Здесь все, на мой взгляд, надежно проклеено. Ну, данное хвостовое оперение, как заявляет производитель, помогает приманкам сохранять стабильную игру и позволяет дальше приманкам проходить от, скажем так, лунки, в сторону от лунки. Здесь два одинарных крючка, головная и хвостовая часть. Крючки очень цепучие, очень острые, в принципе, проблем с ними нет. Снизу установлен тройной крючок на такой вот петельке. Тройной крючок тоже очень качественный, тоже японский он, конечно же. Единственное, на мой взгляд, немножечко тонковата проволока. Но это абсолютно не недостаток, потому что приманка стоит очень и очень бюджетно, но мы имеем довольно неплохое качество, и опять же здесь уже японская фурнитура стоит, то есть здесь это абсолютно не минус, а уже большой-большой плюс. Приманка очень интересная, подойдет она для ловли щуки, окуня, судака, имеет довольно-таки хорошие проходы в сторону от лунки, также на вертикальном, скажем так, покачивании тоже имеет довольно-таки приятную игру. Окраска сразу можно видеть, да, за свой, скажем так, бюджет у балансира очень-очень качественная. Данный балансирчик можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.